4 троллейбуса мы получаем сегодня. До конца года планируется полностью закрыть весь проект. 40 троллейбусов должно быть до конца года поставлено на троллейбусное управление. Эти 4, это будет 24 троллейбуса. Они возвращаются, машины берут еще 4. То есть на этой неделе у нас будет 8 троллейбусов. Ну, а остальные уже будут чуть позже. Троллейбусы работают нормально. Кременчужане даже сейчас ожидают новые. Сейчас у нас интервал движения порядка 2 минут в пиковое время. Кременчужане все-таки смотрят на новый троллейбус и ждут его. Давай, давай, давай. Вот он, вот он.